Высока популярность юношеского волейбола в Славянском районе. В спортивном комплексе «Олимп» станицы Анастасиевской проходит первенство Краснодарского края по волейболу среди юношей до 18 лет. Мы побывали на торжественном открытии соревнований. В состязаниях принимают участие команды из 10 муниципалитетов Краснодарского края: Краснодара, Тимашевска, Сочи, Новороссийска, Анапы, Геленджика, Калининского, Каневского, Северского и Славянского районов. Глава Анастасиевского сельского поселения Александр Семко поздравил ребят с началом соревнований и пожелал им, чтобы победили сильнейшие. Разрешите мне приветствовать вас в этом замечательном спортивном зале «Олимп» от имени главы муниципального образования Славянский район Романа Ивановича Синеговского, от всех анастасиевских жителей и пожелать вам всем крепкого здоровья, высоких спортивных результатов и пусть победит сильнейший. Для болельщиков, участников и гостей выступила образцовая хореографическая студия «Млечный путь». В сборную муниципалитета попасть не так просто, отобраны самые лучшие. Славянские волейболисты серьезно готовились к состязаниям и настроены по-боевому. Ребята все здесь прошли отбор, попали в состав 12 человек, которые представляют район. Также ребята входят в состав сборной Краснодарского края, являются неоднократными победителями первенства Краснодарского края. Все ребята молодцы, трудолюбивые, трудоспособные, у всех есть перспективы, данные для занятия волейболом. Ну и думаем, что на этих соревнованиях нам тоже улыбнется удача. Самое главное, ребята по-настоящему увлекаются волейболом и стараются выступить на все 100. Кто любит, тот и играет. Кому нравится, тот и занимается и достигает каких-то целей. У нас команда, ну что, сыграна, все хорошо, прием, все, передача есть, подача тоже. Мы настроены хорошо, потому что для нас эти соревнования очень важны, чтобы мы вышли в финал первенства края и там показали уже достойный результат. Сборная команда из Славянского района уже 3 года подряд побеждает в первенстве Краснодарского края по волейболу среди юношей до 18 лет. И в настоящее время славянские волейболисты в ходе зонального этапа входят в тройку лидеров. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, Константин Монастыренко. Программа «События».